Доброе утро. Сегодня по данным оперативного штаба по республике действует 50 пожаров. Тушится из них 26, локализовано 11, ликвидировано 15. Вновь обнаружен один пожар. На этих пожарах работает 2230 человек, 287 единиц техники. Для тушения лесных пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории работали воздушные судна. Количество 9 единиц. И также была организована работа по сливу воды. Работа по тушению лесных пожаров продолжается в 12 районах. И сегодня по итогам работы мониторинга будут также сниматься часть пожаров, которых мы считаем ликвидированными. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики на сегодняшний час не отмечается.